Решил покататься, подышать воздухом. Тут чайки кричат, свежий воздух морской. Я вообще, когда ехал по трассе здоровья, пахло, получается, медузами. Сейчас уже осень, народу нету, все поуезжали домой. Сейчас немного вам расскажу за свои обновки на велосипеде. Получается, я поставил новую крышку, она вот видите плоская получается, это первое. Второе, я поставил новую звезду на 34, у меня была 32, мне не хватало, сейчас поставил на 34. Поставил новую цепь, потому что старая уже была, уже все, она износ был, и кассета осталась та же. Там еще, в принципе, ну, нормально, еще можно ее погонять. И поставил новые колодки, потому что старые уже вообще стерлись конкретно. Еще хочу поменять на новую вилку, не знаю, когда это будет. Пока я убиваю эту. Ну, работает. Потом поменяю на новую, как будет. Я сейчас просто ищу новый вариант. Не знаю, какой взять себе, или Сит, или Рэбу. Ну, просто эта вилка старого года, а хочется новую взять. Более-менее, хотя бы там, ну, 17-18. А это вообще 2008 года, вилка старенькая. Ну, зато рабочая, нормально. Ну, а так, в принципе, все по-старому. Еще думаю поменять тормоза на более такие, типа, XT, короче, или выше уровнем, или, ну, SLX нету смысла, наверное, типа XT лучше ставить. И еще забыл сказать, поставил новые роторы, потому что старые тоже уже там, я на них, не знаю, уже 3 года, наверное, гонял, они там уже такие черные, все это капец им было, потемнели уже. Я сейчас поставил новые роторы, новые колодки, получается. Ну и все, в принципе, все остальное меня устраивается нормально. Ну, получается, поменял то, что износ. Там что-то чайки летают, наверное, хлеба кинули, или рыба плавает, наверное, какой-то бычок. Они охотятся. В порту что-то загружают.